земли, с вами Ангул Ферей. Знаете, какой сегодня день? Сегодня 25 октября, и ровно через 5 дней у нас будет Хэллоуин. А вы подготовились к нему? Я да. Посмотрите, у меня есть вот такие вот мега крутые шарики с вот такими вот красивыми рожицами. Тут даже злой котеечка, а у нас злой котеечка отдыхает в том уголку. Еще я повесил вот такие вот красивые висюлечки. Смотрите, они именно подсвечиваются вот таким вот. Как это называется? Желто-оранжевым цветом, да. И еще вот такие вот атмосферные наклейки. Вы только посмотрите, как они круто смотрятся. Вот так вот все переливаются. А также еще у нас есть летучие мыши у Димы на кровати. Они светятся в темноте, если на них очень, ну, немножко посветить. А самое интересное наверху. Это вот такие вот красивые маленькие повешенные скелетики. Если что, я их вешал сам. А ты готовился к Хэллоуину? Обязательно напиши в комментариях. Но собрались мы сегодня не для этого. Пока на улице очень холодно и идет дождь, мы испытаем очень крутые хэллоуинские пранки над моей сестрой. У нас есть пару минут, пока она бегает по магазинам. Так, что же придумать? О! Телефончик! Точно, нужен скотч! Если что-то хочешь спрятать, это нужно положить на самое видное место. Я сейчас попробую ее телефон приклеить к потолку двухсторонним скотчем. Ну, хотя не обязательно именно двухсторонним, подойдет любой. Но двухсторонний будет самый незаметный. Просто телефон там будет висеть. Вот, вот так вот я его отклеил. Сейчас вы еще дотянуться до туда. И мне... Ох! И мне кажется, его еще чем-то нужно будет измазать, чтобы в конце концов она все равно побежала в ванну мыть руки. Так. Нужно вот так вот подержать, чтобы оно все там влепилось. Отлично! Готово! Я нашел какую-то мазюку у папы для компьютеров. Сейчас попробуем ей намазать. О! Хорошо. Конечно, можно было бы измазать еще его обильно вареньем, но мы же не садисты, а то еще и мой телефон заберет. По идее, после того, как она снимет свой телефон с потолка, она, конечно же, измажет свои потные ручонки и побежит их мыть, конечно же, сюда, в раковину. И тут у нас ждет еще один сюрприз, и он тоже связан со скотчем. Берем вот такой вот маленький кусочек скотча и прилепливаем его к крану. И после того, как она включит воду, на нее брызги вот так вот. Потом она такая мокрая. Мама, где полотенце? И тут хоп, и еще один кран. Берем муку и тщательно втираем ее в полотенце. Так, посыпаем. Такое чувство, то, что я готовлю мега большой доширак. Так, втираем теперь все это вот так вот тщательно. Так, а теперь осыпаем, ссыпаем все лишнее вот так вот. И аккуратненько вешаем. Главное, чтобы с той стороны, которая повернута к нам, была мука. У нас есть еще одна небольшая проблема, но я тебе про нее расскажу только после того, как ты поставишь лайк. Ты уже поставил лайк? Тогда рассказываю. Ребят, плохо то, что она может помыть руки не в раковине, а в ванной. И чтоб она даже тут не помыла, мы берем вот такой вот краситель и немножечко намазываем его со стороны нашего крана. О! Готово! Итак, обсудим наш план. Сначала она пойдет к себе в комнату снимать телефон, испачкает свои потные ручонки, пойдет сюда их мыть, захочет их помыть, но в итоге обмоется вся сама. И если все пойдет по моему плану, так как я все и задумывал, она возьмет полотенце, начнет вытираться, увидит то, что оно белое, и уже поймет то, что в раковине мыться не надо. Лучше уже помыться в ванне. Ну и в ванне ее ждет такой же сюрприз. Пиши в комментариях, как ты думаешь, у нас все получится? Кабуч, если ты скажешь мяу, у нас все получится. Кабуч, скажи мяу. Вот, ребята, у нас все будет отлично. Так, а где же мой телефон? Я же его прямо здесь оставила. Нужно его срочно найти, а то мне скоро позвонит мой любимый. Артем, где мой телефон? Позвони на него. Сейчас, хорошо, иди ищи. Что это?
Все, думаю, отлично. Против паутинки никто не устоит. Что-то света нету? Вы слышали это? Кто это? Кто это? Это мама с папой. Нужно идти проверить. Что это? Пауки! Гадость! Кто там? Мама? Дорогие ребята, у нашего младшего брата Димы через недельку будет день рождения. Поэтому, если вы его хотите поздравить, отправляйте письмо или посылочки вот на этот вот адрес. Каждое письмо или даже какой-нибудь подарочек попадет к нам в видео. Ого, они так от близких будут. И перед красотой кабачика. Ты такая модница. Конечно, он подтвердил. Кабачик подтверждает. Кабачик вот так вот ездит на машине. Это форсаж. Так, а где же мой телефон? Я же его прямо здесь оставила. О, вот он. А если ты еще там не включил? Ты смотри, надо снимать, не буду потом. Ой, а где Полина? Где же она? Ее срочно надо найти.